Доброго всем дня, добрые зрители, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных при Творе Добра Наталья. Ой, сегодня наш ролик повторение о наших особенных детках. Сейчас на передержке у нас 8 животных. Филя, Шарик, Веня, Мила, Ярик, Клёпа, Верочка, вновь прибывшие, и кот Феликс. Наша ежемесячная оплата составляет 55 тысяч рублей. К сожалению, предыдущий ролик у нас попал в блок. Только на этот раз за какую-то деторождаемость непонятную. И только в четверг, поздно ночью его сняли из блокировки. Поэтому, соответственно, собранная сумма 14 700 была отправлена ребятам на помощь. Это все, что мы успели собрать, пока ролик был не заблокирован. То есть вы сами понимаете, что это всего лишь третья часть, то есть сумма, которую мы должны оплачивать ежемесячно. Моя такая большая дружная семья. Сегодня у меня прям ролик СОС, ролик «Крик отчаяния». Второй месяц наши животные остаются без нашей помощи. Я хочу просто узнать, если мы их спасли, если мы их уже спасли, если мы им дали уже шанс на жить, на достойную жизнь, так давайте мы будем активно помогать и собирать данную сумму. Одной мне не справиться, к сожалению. Ведь у многих приютов многие собаки на передержках с большими суммами, и почему-то все справляются, все оплачиваются. У нас, к сожалению, именно на нашем канале почему-то вот именно оплата передержки всегда идет прям с большой натяжкой. В свое время нам очень хорошо помогала Дина Кадашева, которая, в принципе, и обещала, что не бросит Филечку и Шарика. Может быть, я надеюсь, Дина в том месяце появилась, оплатила. Спасибо, Дина, вам огромное. Ваша помощь, она всегда была такая очень значимая. Я всегда об этом говорила. Я надеюсь, что вы будете с нами и дальше помогать нам на нашем добром канале, где все прозрачно, чисто и честно. Ну вот. Моя такая большая дружная семья. Давайте все определенно прям постараемся в этот раз собрать нужную сумму. Наши дети ведь, они зависят, их не жизнь зависит только от нас. Вы видите все, что они живут в прекрасных условиях, с прекрасными людьми. И поверьте мне, это не такие большие суммы за 8 особенных детей. То есть в эти суммы входят и питание, и кормление, и пеленки, и памперсы. То есть все-все-все входит именно в эту сумму. Поэтому и Наталье, и Вадиму большое-большое искреннее спасибо за то, что они есть, за то, что они с нами, за то, что они не отказывают нам брать наших особенных детишек. И моя такая большая дружная семья, обращаюсь к вам. Давайте, пожалуйста, все постараемся. Немножко надо, да, напрячься и собрать нам необходимую сумму. То есть 15 я погасила, у нас остается 40 тысяч. Сейчас финансовый сбор предполагает именно 40 тысяч, чтобы оплатить нам передержку наших особенных детей. Ну, не знаю даже больше, что еще сказать. Я просто хочу до вас, до всех донести. Давайте мы со следующего месяца уже будем все помнить активно и активно помогать нашим детям. То есть передержка оплачивается с 5 по 15. Это хорошо, нам еще дают вот таких вот 10 дней, на которые мы можем собрать и оплатить. Но сегодня, к сожалению, 14, а у нас еще финансов, к сожалению, нет. На Лорда я собрала тоже прям тык-притык, но
Спасибо все равно всем, кто откликается, кто с нами. Я понимаю, что сейчас очень тяжелое время. Все очень сильно дорожает, подорожало. Но я знаю, что если бы все 6 тысяч человек, которые находятся на канале, если бы каждый скинул по 50 рублей, да, как я всегда говорю, то я бы не просила каждый раз и не умоляла бы вас помочь нам. И еще хочу сказать, вы в последнее время перестали активно писать комментарии. Девочки, я очень прошу вас, если мы соберем 500 комментариев за первые сутки, наш ролик могут увидеть очень много других людей. Комментируйте, лайкайте, будьте с нами. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных, и приюта «Твори добро», Наталья.